Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светланата, со своими цветочками. Поздравляю всех с Днем Святого Валентина. Такое настроение у меня хорошее. Решила я одеть с утра красную кофточку. Я сижу. Вы посмотрите сейчас. Сейчас я вам покажу, что на мне одето. Красные колготочки бордовые. Красную юбочку. Тут сегодня же день Святого Валентина, я должна же как-то ошеломлить моего мужа. Вот такая вот я сегодня. Сейчас соседи тоже скажут, с утра она накрасила помаду. Да, я накрасила помаду. Я такая здесь, такая одна. Ашкимысь обалдел, меня увидел, да? А ну зашким соли, бугюн, не лязем соли, мег джаным беним. Тешекюре деримашки то. Ой, если было, можно было куда-то пойти, мы пошли бы нам погуляли, музыку послушали. А сейчас я хочу приготовить романтический завтрак, потом у нас будет романтический ужин. Может, потом я сделаю сладости какие-то. Кстати, у меня, я вспомнила сегодня, что у меня же много ягод. Черешня есть, вишни много, может и клубника даже, я не знаю, надо посмотреть, для чего оно лежит. Что-то придется подумать, посмотреть какой-то рецептик и придумать, чтобы, ладно, пошла я готовить завтрак, и что-нибудь будет интересное, расскажу вам, мои дорогие. Вот такой завтрак я сегодня приготовила. Что я придумала? У меня была же уфка, я, значит, положила кашир, пенир, затем пожарила суджук и сверху желтый пенир. Вот когда разрежу, покажу вам. Вот такой сделала салатик. Яйца отварила. Все, пошли мы завтракать. Покажу вам, какашкин будет кур. Покажу вам, сейчас разрезала и как выглядит. Вот. Видите, какая красота. Лопата. Светлана придумала. С днем влюбленных вас, мои лапулечки. Мой Ашкым ушел и сейчас пришел Ашкым. Ашкым! Я сижу, занимаюсь. Ты Ашкым все на алдыба, да. Севгили гену. Пен билиорум. Чок мутлуюм. Шимди ванна душа ладжам он. Чичеклер як мой нарцисс. Электрик фатурасу 300 лир. Чичек, вы видите, какой подарок Севгили к бюну? Не гюзели хэдие бана. Алды ашким. Чок ты чекер дырим. Биртанем, биртанем. Ой, а я сижу, короче говоря, смотрите. У меня тут специальный маркетинговый бонус. 283 бонусов, но это евро. Я сейчас делаю покупку. Купила 12 бумаг на этот бонус. Еще заработаю. Спасибо. Боже мой, какая вкуснятина! Я почувствовала лето. Как удобно так замораживать ягоды. У меня там еще абрикосы есть. Черешня, просто не нашла я. Долго не искала. Можно даже вареники сделать. Но у нас сегодня на ужин рыба будет жареная. Какой-то десерт можно приготовить. Сейчас надо посмотреть в Ютубе. Сгущенкой что-нибудь придумать. Ну, а я сейчас посижу на балкончике. Покушаю мороженое. Все время забываю свои вот эти наушники. Эти наушники мне мой муж купил на Валентина день. Подарил. Я же вам показывала раньше. Он не может терпеть, все делает заранее. Вот у него такое вот. Как купит, сразу несет, может за месяц сделать подарок на что-то другое. Зимой кушаю мороженое. Сейчас Ашкам ушел опять хлеб купить. Ходил. Такое смешное масло мне растительное принес. А я вчера передали в Турции, в Мерсине,
что у нас ожидается ураган с 14 по 20. Какие на ночь, посмотрите. Так я на ночь испугалась за свои цветы и все их опустила сюда вниз. Боялась, что унесет их ураган. Но такое солнце. Мы душ приняли и полотенечко сохнет. Обалденная погода. Не хотим ураган. Мерсин объявили желтой зоной. Ну же, бывает же здесь когда-то наводнение. Ну, посмотрим, как и что. Я Наталью предупредила, никуда не выходите. А вот куда выходить, такая погода? Сейчас хочу что-нибудь сделать. Какой-то десерт приготовить. Что тут так, печенье? Надо сейчас подумать. Кстати, надо сказать, позвонить Ашкову, чтобы молоко купил. Надо позвонить, все, отключаюсь. Посмотрите на моего мужа. С цветами пришел. Пошел, я его отправила за молоком. Вот, какие у меня цветочки. Распустились это, красотулечки мои. А эти, видите, как я пообрезала все. Их выбросить жалко. Вот это драконий фрукт. Посмотрим, что с него получится. Сейчас я решила больше не покупать. Буду покупать красивые цветы. Покажу сейчас мой цветочек, мой, который мняшкам подарил на день рождения. Заказал. Happy birthday, Светлана. Посмотрите. Туда нужно опустить денежки. Вон наши лиры, видите? Монетки. Я один раз только полила. Не знаю, как сейчас. Но смотрю, тут мох вырос. Надо, наверное, еще полить, да? Вот такие цветы только буду сейчас покупать. Ашки, не истерся. Мы видим романтика, Ашким, не гюзель, не гюзель, Ашким. Ты шикюр, Эдерим. Ты шикюр. Как приятно, вот лучшие цветы. О, боже мой, какое счастье, как я их люблю. Спасибо. Надо радоваться всем подаркам, которые вам дарит муж. Не обязательно золотые украшения. Другое что-нибудь. Радуйтесь вот таким вот прелестям, и начинается все с этого. И добьетесь хороших результатов, хороших подарков, если есть возможность у вашего мужа. А если нет, и не нужно. Главное спокойствие, то отношение, уважение друг к другу, к которому вы сейчас пребываете. Спасибо моему мужу. Буду сейчас, принес он молоко, буду что-то думать, десерт какой-то, что-то придумать надо. Мои хорошие, посмотрите, что у меня получилось. Вы видите, какая красота? Ну, первый раз, может, сделала много я слой, самый нижний, но ничего. Второй раз уже буду знать, как делать. Все-таки первый раз же делаю. Сейчас у меня есть сгущенка коричневая такая, с какао. И вот такие вот есть красивые рисуночки, вишенки. Что-то придумаю красивое, декорацию придумаю, оформление. Вот я придумала такое сердечко, но оно расплывается, друзья мои. Сгущенка расплывается. Так, мои лапули-лапатули, наконец-то я приготовила пудинг. Посмотрите, какой красивый он вышел. Все, сердце у меня не получилось сделать. Все это
расплылось. Я смотрю, что печенье набухает, и оно увеличивается. Наверное, скоро все начнет вылазить. Не судите строго, я делаю первый раз. Приятного аппетита! А рецепт найдете в моем плейлисте «Готовлю дома». Там все полностью рецепт моего пудинга. Ну, а вот и сегодняшний наш ужин. Рыбка. Салатики. Кто-то, одна из подписчиц, все время мне говорит, поменяйте свою посуду. Я это сказала Ашкину, он сказал, пойдем, говорит, скоро все купим, все выбросим. Так что, моя хорошая, я вас буду радовать только хорошей посудой. Спасибо, что открыли мне глаза. О, Боже, если вы знали, как я сегодня устала. Вот день Святого Валентина. У меня дела не заканчиваются. Вообще у меня никогда не заканчиваются дела. Вот мы сейчас поужинали с ним. Я тут видео открыла для вас. Туда побежала, сюда побежала, с тем поговорила, с тем поговорила. И уже 10 часов вечера. Так этот прошел, это праздник. Мы бена ламады нашкем на сылбу нашкем пришел. Нет, ламады. На сылбу Сергей Гюнгич ты. А ламады хэп... Ну, скетчка шкрики, да. Хэп заман бирше я пьеру. Динемеден хич. Хотела посмотреть фильмы. Какие фильмы? Сейчас я принесла, посмотрите, какую красоту покажу вам. Да надо. Так, посмотрите. Какая красота! Сейчас Ашким будет пробовать. Тады на бакаджас. К бакаджакшим да яшким. Хады Ашкитон. Не нашла свечей даже. Брахмах зорон дамы. Хады, хады. Хады. Хады ал. Бенбеклиором. Чок. Ильгинч варнасылбу. Бунын бирас йок. Бира бардал. Ал сент кашик. Куркмак, это ломачак. Бу, нейди, кираз ну? Кираз хаир, вишне. Вишне, наверное, булдумас. Булдумашкем? Да, хачас. Амбулатча. Говорит, скорую помощь позови. Бирас урада, глубоко зайди, глубоко. Или... Не соли чекса. Магнолия бу. Турки емек магнолия. Десь татлы. Насыл йог. Ашки мус булдум и мус. Ну что, ады гелим. Музы булдум. Герчектен гюзель. Bisküvi de mi var? Çok güzel. 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 Tamam. Güzel ya. Tamam afiyet olsun. İyi ya. Şimdi deneyeceğim. A to slunkami obteklas uje. Vse. Pošli mi kuşat.